по гаишнику проехали. Тем временем Светлана Тихановская, главная соперница президента Лукашенко, уехала в Литву. В Прибалтике сообщают, что до этого ее на 7 часов задержали в Белоруссии. Тихановскую, по информации ее штаба, вывезли власти страны. Напомню, до этого оппозиционерка подала жалобу в ЦИК на официальные результаты голосования, где она набрала 10%, а Лукашенко 80%. А несколько часов назад Тихановская записала эмоциональное видеообращение. Судя по всему, так она объясняет свой выезд из страны. На видео она напуганная и, похоже, готова отказаться от борьбы за власть. Многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Как себя поведет обезглавленная оппозиция, покажут ближайшие сутки. Александр Лукашенко же свою стратегию озвучил еще вчера. Он готов к самому жесткому сценарию по отношению к демонстрантам, которыми, он считает, руководят из-за границы. То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда идут команды. Надо отдать должное местным, они возмущены до предела и говорят, да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа.